Привет, друзья! Меня зовут Дарья. Я очень рада, что вы заглянули ко мне на канал «Дарьи Арт. Рисовать может каждый». Совсем скоро октябрь, и это значит, что пришло время собирать материалы для Инктобера. Тем более, что список официальных тем уже давно известен. Если вам интересно, чем я собираюсь рисовать в этом году в Инктобере, то смотрите это видео до конца. Инктобер дословно переводится как «чернильный октябрь». Инк – это чернила, октобер – это октябрь, как мы с вами понимаем. Каждый год все художники мира в октябре объединяются в одном марафоне, челлендже, инктобере. И рисуют каждый день по заранее заданным темам данного марафона, либо придумывают свои темы и рисуют не все дни, а выбирают только несколько. Далее они, конечно же, делятся своими работами в социальных сетях под хэштегами марафона. И все, в общем, настроении инктобера смотрят, что же кто нарисовал. Если вам интересно узнать историю возникновения такого марафона, как Инктобер, то смотрите мое прошлогоднее видео, ссылку оставлю в описании. Я участвую в Инктобере не первый год, как раз показываю вам работы прошлых лет. В этом году я решила собрать материалы для Инктобера вместе с вами и поделиться своими планами. Что же я хочу рисовать в течение марафона и чем, конечно же, я хочу рисовать. И, как вы видите, материалов вышло прям много. Начнем с бумаги. В этом году я долго не думала, какой вариант бумаги выбрать. Я рисую в скетчбуках, а не на отдельных листах. И выбор у меня стоял между двух скетчбуков от бренда Malevich. Либо взять Bristol, либо Graph Art. Скетчбуки Graph Art я уже рисовала в 2021 году. Бумага там не кипельно-белая, с небольшой текстурой. И, как по мне, она идеально подходит для графики. Карандашом, углем. Также на ней будет приятно работать тушью. Поэтому я думала взять точно такой же скетчбук, как в 2021 году. Но тут у Malevich вышла новинка. Скетчбук Graph Art в переплете. Здесь есть небольшое отличие, что в данном скетчбуке бумага тоньше, не 150 грамм, как в тонкой версии, а 110 грамм. Но я решила все-таки его взять попробовать, потому что листов там много и рисовать можно не только Инктобер, а просто продолжить рисовать графические работы после марафона. Поэтому данный скетчбук, как только он появился в продаже, я сразу приобрела для Инктобера. Посмотрим, насколько он мне понравится. Пока все отлично, уже первые работы появились, и я им осталась очень и очень довольна. Помимо скетчбука на моем столе лежит много материалов. Это и простые карандаши, цветные карандаши, уголь, тушь, акварель. Давайте все рассмотрим поближе. Самый основной материал, которым я хочу рисовать, это простые карандаши. Выбрала своих любимчиков карандаши от бренда Kahinoor. По мягкости беру градацию B, 2B, 5B, 8B. Серия с золотой попкой у меня самая любимая. Много, конечно, карандашей хороших, но именно вот к этой серии у меня всегда тянутся руки. Для меня у них нет минусов, они отлично точатся, и рисовать ими одно удовольствие. К простым карандашам в комплект кладу растушевочные карандаши. Мне привычнее работать ими, нежели растушевывать пальцем, бумагой, капроном. Также у меня есть растушевочные мастихины, их тоже положу рядышком. Но работать растушевочными карандашами мне привычнее, и, как по мне, они тушуют лучше всего. Также, конечно, кладу в свой набор для Инктобера клячку. Мой фаворит — это серая от Faber-Castell. Если не знаете, что такое клячка, у меня недавно выходило мини-видео. Обязательно ссылку оставлю. И, как видите, от Faber-Castell отличные клячки. Стирает хорошо, практически как ластик. Но ластик я тоже в комплект кладу. Я люблю ластики от бренда Malevich. У них есть такие маленькие, небольшие, мягкие ластики, розовые и зелененькие. Они отлично стирают и вообще всегда у меня под рукой. На данный момент это мои любимые ластики. Помимо простых карандашей, еще в свой набор для Инктобера я кладу цветные карандаши. Конечно, Инктобер — это черно-белые скетчи. Это скетчи черной тушью. Но давно уже все выходят за рамки правил. В этот Инктобер я тоже хочу добавлять цвет в работы, поэтому цветные карандаши, мои любимые цвета, появились в моем наборе. Беру любимые карандаши от Faber-Castell. Цвета синий, маджента, черный и красный. Данными цветами планирую где-то делать цветовые акценты в скетчах, а где-то полностью скетчи делать
данными карандашами, используя только один цвет, по-моему, выйдет отлично. Но по ходу посмотрим. Конечно, помимо простых карандашей и цветных карандашей, я буду работать тушью. Уже больше года за место линеров я использую изографы. Мне очень нравится данный вариант для графики. В них я заливаю родную тушь от Rotring. Она мне нравится, не размывается водой. И данная тушь отлично подходит для акварельного скетчинга. Из новинок я приобрела красную тушь от бренда Malevich. Она размывается водой. И посмотрите, при высыхании, если оставить большой объем туши, остается такой золотой осадок. Сама по себе тушь приятного, очень красивого цвета. Я планирую делать данной тушью цветовые акценты, где-то полностью рисовать скетчи данной тушью. Для этого я в корзину на Озоне уже положила себе перья, тоже от бренда Malevich хочу попробовать. И еще также положила у них черную тушь перманентную, как из новинок хочу попробовать. Они еще до меня не дошли, но совсем скоро уже придут. И, конечно же, в течение Инктобера буду пробовать, тестировать и делиться с вами впечатлениями. Перо дает более живую линию, нежели линер. Буду пробовать сравнивать и, опять же, конечно же, с вами поделюсь своим мнением и впечатлением. Помимо туши, в некоторых работах хочу использовать черную акварель. Как по мне, это отличная альтернатива черной туши, смотрится супер. У меня черный от Van Gogh. Нравится этот черный, потому что он теплый и очень глубокий оттенок. Прекрасно смотрится в скетчинге. Уголь, конечно, уголь я тоже кладу в свой набор для Инктобера. Хочу, как вы видите, по максимуму разнообразить свои материалы. Я использую не мелкий, не прессованный уголь, а уголь в карандаше. А уголь в карандаше от Kohinoor. Беру Extra Soft, это самый мягкий уголь, и у них в линейке, и он мне безумно нравится. Затачиваю данный карандаш не точилкой, а канцелярским ножом и с удовольствием рисую. Насыщенный пигментированный уголь прекрасно подходит для скетчей и не только. Также из интересного, у меня в наборе лежит такая специальная наждачка для того, чтобы подтачивать кончик карандашей. Она отлично подходит и для угля, когда мне нужно подточить угольный карандашик и сделать его острее. Также отлично подходит для простых, для цветных карандашей, когда мне нужен тонкий кончик, острый кончик карандаша, я пользуюсь такой специальной наждачкой. Еще из интересных гаджетов у меня появился электроластик, и это очень крутая штука. Если вы никогда до этого не пробовали электроластик, то советую. У меня от бренда Malevich, прекрасно стирает объем даже в угле. Если мне нужно поставить белый блик в работе, теперь я не использую белую гуашь, а могу воспользоваться данным электроластиком, и он отлично справляется со своей работой. Работает он от двух батареек, в комплекте ластики разной толщины, и можно делать действительно даже самые такие тонкие волоски, если вдруг нужно добавить такой объем в вашу работу. Очень им осталась довольна. И еще из интересного, из гаджетов, это электроточилка. Точит она, как и обычная точилка, но у нее есть функция, это точить с длинной выборкой, оставлять длинный грифель, что безумно удобно для графики, и я ей с удовольствием пользуюсь. Также в свой набор для белых бликов я кладу любимую ручку Gel Roll от Sakura номер 10. Если вам интересно, чем я ставлю белые блики в работах, то вы можете посмотреть видео на моем канале, ссылку оставлю. Еще из интересного, в свой набор я кладу поталь, золотую поталь и клей для поталей. Опять же, хочу многие работы сделать с интересными фишками. Помимо цветных акцентов, хочу сделать акценты с золотой поталью. Здесь у меня поталь и клей для поталей от бренда Malevich. Опять же, если вы берете какой-то материал, всегда читайте инструкцию. На упаковке все написано, я очень быстро разобралась. Наносим клей, ждем 30 минут, добавляем поталь при помощи мягкой кисточки, и все получается отлично. Я справилась с первого раза, у меня все получилось отлично, и уже есть одна работа с акцентным паучком. По-моему, получилось супер, поэтому поталь я кладу в свой набор для Инктобера. Посмотрим, какие интересные работы у меня получится с ним создать. И завершает мой набор, это лак-фиксатив для графических работ, так как я планирую работать и простым карандашом, цветными карандашами, углем. Для того, чтобы в будущем работы не смазывались, я буду использовать фиксатив. У меня фиксатив самый обычный, от Sonet, он недорогой. Как им пользоваться, есть инструкция, которую нужно обязательно прочитать перед использованием. Единственное, что добавлю, ну он очень ужасно пахнет, лучше всего
использовать его в подъезде с открытым окном для того, чтобы не мучить соседей и себя в том числе. Но фиксирует он отлично, и работы действительно не смазываются даже при воздействии руками. Такой большой набор на Инктобер у меня получился в этом году. Все потому, что Инктобер я по традиции прохожу не одна. Как и в прошлом году, я всех желающих приглашаю присоединиться к моей компании и рисовать именно под моим руководством по подробным видеоурокам. В начале каждой недели марафона Инктобера все участники будут получать подробные уроки недели и рисовать в моей компании, а также в чате делиться своими результатами, а также смотреть, что нарисовали другие участники. Я уже начала снимать уроки по темам Инктобера для того, чтобы 1 октября всем участникам загрузить их первые 10 тем, первые 10 уроков, чтобы каждый смог рисовать в своем темпе. В прошлом году марафон Инктобер прошел супер классно, но многие сказали, что скучновато рисовать одним линером, поэтому в этом году я решила разнообразить, как вы видите, материалы по максимуму, для того, чтобы точно скучно не стало. Если вы хотите рисовать Инктобер в моей компании, под моим руководством, возможно, это первый Инктобер в вашей жизни, то обязательно присоединяйтесь. Ссылка со всеми подробностями есть в описании под данным видео. А на этом я буду с вами прощаться. Большое спасибо, что посмотрели это видео до конца. Я буду ждать ваш список материалов для Инктобера. Чем вы собираетесь рисовать в данном году? Обязательно поделитесь вашими фаворитами. И, конечно же, напишите, какой по счету Инктобер у вас намечается. Не забывайте подписываться на данный YouTube канал, ставить на колокольчик, чтобы не пропускать выход новых видео. В течение октября я буду радовать вас мини-уроками к Инктоберу и новостями. Помните, что рисовать может каждый. С вами была Дарья. Пока-пока-пока-пока.